Школа Ариста. Система 4 в одном. Стационарная перегородка. Мы рады приветствовать вас в Школе Ариста, серию выпусков которой мы хотим посвятить системе 4 в одном. И сегодняшний наш урок мы проведем с самым интеллигентным сборщиком мебели, инженером-конструктором компании Ариста Владимиром. Итак, стационарная межкомнатная перегородка. Установите верхнюю и нижнюю рамки на наполнение. Установка рамок и профилей на наполнение происходит с помощью резиновой киянки. В качестве наполнения можно использовать ЛДСП, МДФ, стекло, зеркало и прочие виды материалов толщиной 4, 8 и 10 мм. В данном случае наполнение ЛДСП. Установите на наполнение вертикальный профиль Fusion. Максимальная высота стационарной перегородки 2700 мм, ширина 700 мм, вес 30 кг. В торец каждой ручки установите основание регулируемой ножки. После установки и подгонки профили скрепите сборочными винтами через монтажное отверстие. Прилагаемое усилие не должно превышать 3,5 ньютона на метр. Остальные основания регулируемых ножек установите по аналогии. Обратите внимание, верхние и нижние рамки отличаются. После сборки рамки стационарной перегородки в основание ножек установите регулируемые винты с надетыми на них декоративными колпачками. Так, 4 раза. И переходим к установке перегородки. На полу с помощью карандаша разметьте места установки вкладышей фиксаторов под нижние ножки, основание перегородки, и закрепите их. Установите перегородку так, чтобы вкладыши попали в основание регулируемых винтов. Выровняйте перегородку вертикально с помощью строительного уровня. Разметьте на потолке места установки вкладышей фиксаторов под верхние ножки. Снимите перегородку с фиксаторов и уберите на время. Прикрепите вкладыши к потолку. Обратите внимание на то, как установлены вкладыши-фиксаторы. Устанавливаем перегородку и фиксируем ключом. Установите перегородку и зафиксируйте ее на вкладышах-фиксаторах. Одновременно откорректируйте высоту и горизонт. Оденьте декоративные колпачки на основание регулируемых винтов. Для того, чтобы скрыть отверстия под сборочные винты в вертикальном профиле, установите торцевые заглушки. Стационарная перегородка с профилем П. В данной перегородке рамки одинаковые. Обе верхние. Так что перепутать будет сложно. В остальном рамка стационарной перегородки собирается аналогичным образом. В торце вертикального профиля верхней рамки установите основание регулируемых ножек, зафиксируйте их сборочными винтами через монтажное отверстие. Прилагаемое усилие не должно превышать 3,5 ньютона на метр. В основание ножек установите регулируемые винты с надетыми на них декоративными колпачками. В
В верхней направляющей необходимой длины просверлите отверстие для последующего крепления к потолку. В дальнейшем она будет необходима для установки декоративной заглушки. После установки фурнитуры в верхние углы перегородки, нижние углы просто фиксируются сборочными винтами. На полу с помощью карандаша разметьте место установки профиля P и прикрепите его к полу. Установка стационарной перегородки. Установите перегородку рамкой на профиль P и зафиксируйте ее в верхнюю часть. Выровняйте перегородку вертикально с помощью строительного уровня. Разметьте на потолке места установки вкладышей фиксаторов под верхние ножки. Профиль P должен войти в рамку перегородки. Установите вкладыши фиксаторы и верхнюю направляющую в проеме. Установите нижнюю часть стационарной перегородки на профиль P и зафиксируйте ее верхнюю часть с помощью регулируемых винтов на вкладышах-фиксаторах. Оденьте декоративные колпачки на основание регулируемых винтов. Вторая часть перегородки устанавливается аналогичным образом. Установите верхнюю направляющую в проем. Устанавливаем декоративную накладку. Установите декоративную накладку на верхнюю направляющую. Фиксация накладки сопровождается характерным щелчком. Для того, чтобы скрыть отверстия под сборочные винты в вертикальном профиле, установите торцевые заглушки. Аналогичную накладку устанавливаем с внутренней стороны. Стационарная межкомнатная перегородка – это очень востребованный интерьерный элемент. Использование конструкции позволяет разделить помещение, создать несколько зон, при этом затратив минимум действий при установке. Наверное, вы обратили внимание вот на этот логарифм. Он не имеет никакого отношения к системе 4 в 1, но если вы его решите, получите подарок от рекламного отдела компании «Ариста». «Ариста. Порядок в доме – наш профиль».